И снова здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы с вами вновь вернемся в The Battle Cats, продолжим с вами проходить эту игрушку, мочить всех и вся и создавать самых упоротых котов. И, ребята, в прошлой серии мы остались о том, что мы прошли Филиппины, сейчас мы уже в Японии, и я забыл купить себе как раз-таки ниндзя-кота, так как у нас он появился за еду, за кошачью еду, можно приобрести ниндзя-кота, он довольно мощный, поэтому давайте-ка возьмем себе его, понятное дело. Так, хоп, и теперь у нас есть он. И сразу же его загрейдим. Тем более, что мне за дневной вход дали сразу еще кучу поинтов, поэтому сразу до 4 левела его качаем. И погнали с вами сражаться дальше. Хотя, так, вот нужна экипировка. Наконец-то появился еще один пункт меню. И здесь вроде бы у нас будут карточки потом. Или... А, нет, это пока на организации только, да? Так, ладно, вообще заходим пока сюда. Сейчас сделаем слоты по-быстрому. Так, ниндзя-код сюда закидываем. Шикарно. И возвращаемся. Всего 200 монеток стоит, так же, как и код с топором. Но, понятное дело, код ниндзя гораздо круче. Так, ну и пошли в Японию, ребята. Будем там сражаться. Захватим всю Японию. Погнали. Так, с тем временем, ребята, если вам нравится The Battle Cats и хочется, чтобы по Battle Cats выходило больше роликов, то поддержите лайком, это очень важно, ребята. Если вам нравится игрушка, то ваша поддержка нереально помогает. Плюс мне снимать серии гораздо веселее следующие, если я знаю, что вам все нравится и все я делаю правильно, не как-либо там косячу и тому подобное. Поэтому ваши лайки меня сильно мотивируют также. Так, ну что, танка-кота сначала призываем, потом сразу за ним обычного вот этого кота, чтобы они более-менее дамажили, а дальше уже грейд базы и будем призывать ниндзя-котов. Так что пока что ждем, пока что терпим, все дела, как обычно. Так, 80 монет, давай уже накапливайся быстрее, сейчас ни одного победят, и у меня уже будет нормально денег, потому что за одну змейку побежденную дается неплохая вроде как сумма. Так, давайте, ребята, кусайте, пинайте, избивайте быстрее, мне нужны бабосики, хочу ниндзя-кота, ребята, ниндзя-кот мне капец как нужен, и что-то игра, мне кажется, немножко громковатая, дайте я слегка уменьшу звук. А хотя, возможно, мне кажется, конечно, но что-то мне по ушам бьет немного, поэтому давайте-ка я звук все же уменьшу, и вот он, ниндзя-кот пошел, первый такой в своем роде. По крайней мере, это первый кот, который более такой, знаете, какой-то... Не так сильно похож на кота почему-то в моем понимании, но выглядит офигенно. Прямо так мечом кромсает, анимация классная. Так, еще один котейка пошел. Ну, сейчас он всех перерубит, потому что ниндзя-кот, он довольно имбовый. Тем более, что мы его сразу до 4 левела прокачали. Так что он будет рубить, кромсать просто нещадно наших противников, наших вражин. Так, и давайте мне еще немножечко денег. И скорость атаки у него довольно быстрая, что клево. О, первый босс появился, так, понятно. Ну, не босс, а просто сильный монстр. Так, ну ничего, сейчас призовем еще парочку ребят, и они разберутся. Сейчас деньги у нас быстро пойдут, потому что также вышли противники, которые достаточно сильные у нас. Это вот эти маленькие человечки, поэтому деньги сейчас, говорю, будут прибавляться очень быстро. Так что... Так что можно спамить ниндзя-котами более активно. Так, давайте возьмем еще денег, чтобы я успевал еще не только ниндзя-котов заказывать, а еще каких-нибудь танка-котов, возможно, со временем брать себе. Танка-коты здесь, конечно, бы не помешали, а то и на одних ниндзя-котах. Ну, ладно, фиг с ним. Так, сейчас мы подкопим деньжат, и тогда уже начнем сражаться. Можно, конечно, подождать, когда они к нам поближе подойдут, и, собственно, пусть они подходят поближе. Так, все, подкопил на танка-кота, давайте сейчас вот этого призываем, и все у нас будет круто. Плюс они зайдут скоро в зону лазера, и им будет еще более сложно нам что-то сделать, если они будут прямо здесь стоять, то что я смогу фигачить тогда лазером от души, прямо так, сочно, мощно и тому подобное. Так, но они еще не в зоне лазера, поэтому просто призываем разные виды котов и сражаемся до последнего. Так, до последнего кота. Блин, когда бегемот уже отлетит, ядрить колотить? Вроде уже должно хватать урона, а все еще не могу его задамажить до самого конца. Так, ну что, купим деньги тогда. Берем себе сейчас еще какого-нибудь мощного котейку. Так, мощная котейка конкретно это ниндзя, потому что танка-кот еще живой, поэтому на одном нем мы и поживем. Так, на, давай. Ребята, ну давайте, дамажьте уже, пробивайте их к черту. Мне надоело с ними церемониться, сисюкаться. Я хочу уже пройти на следующей локации. Поэтому давайте рубите, кромсайте его. Так, давайте фаер. Так, и все еще мы его не победили, серьезно. Как так-то? Ты что такой жесткий-то, а, бегемот? Я помню, что он был довольно простой самый первый раз, когда я с ним дрался. Ну ладно, допустим. А, пусть пытается дальше нас пробить. Сейчас мы уже его добьем в скором времени с вами. Благо, у него кончилась подмога, поэтому дополнительный урон выдавать уже некому просто. Банально некому. Так, ну давай, руби. Все, он должен погибнуть. Сейчас все, понятное дело, все, победили. Дальше уже можно спамить всеми противниками, юнитами, нашими ниндзями и тому подобными. Сейчас они всех перерубят за просто за считанные секунды, в капусту всех превратят. Шинкуйте их, господа мои.
Так, что, 200 монеток нам нужно, давайте накопим 200 монеток. Так, все, накопили, и, считайте, база уже, можно сказать, готова. Ну, что ж, давайте подождем. Ну, а то просто не вижу смысла показывать, как они долго занимаются долбежкой этого здания, и так видно, что урон пипец как вылетает, и они раскрошили их, плюс 3000 экспы нам прилетело. Сейчас еще и открыт кэтсикер. А, так, новая эвентовая стейдж. Вот, наконец-то кошачья капсульная машина открылась, теперь можно капсулы открывать. Все, и у меня еще есть специальные билеты, поэтому сейчас откроем с вами кого-нибудь клевого. Так, рейровые капсулы, да, еще спешл бонус на еду мне дали. Круто, что еще дадите? Что-то еще будет, что-то еще будет. Так, это что? Это, донатная, понятное дело, какая-то штука. Так, это обновление, наверное. Так, все, мы обучение наконец-то прошли, можно сказать. Теперь уже сама игра начинается. Так, давайте откроем рейровую капсулу сначала. Так, отстаньте. Так, try once. Все, у меня есть один. Открываем золотую капсулю, и кто там будет? Ух ты, кот рыцарь, редкий. Так, прикольно выглядит, такого у меня еще не было, ребята. Свордсмен, ну, мечник, короче говоря. Так, отправили в хранилище, кто у нас там? У нас, у меня есть еще есть обычный билетик, это серебряный. Так, давайте его тоже используем, посмотрим, кто у нас там будет. Ну, здесь, скорее всего, кто-то не очень будет, хотя фиг его знает, может, повезет на кого-нибудь неплохого. Ух ты, летающий, такого тоже у меня ни разу не было. Так, круто. Птичка-кот, шикарно, еще плюс один. Ладно, мне нравится то, что у нас пока что вышло. Что у нас по миссиям новым? О, выполнены уже какие-то миссии, круто, так, это выполнено, это выполнено. Дальше надо пройти, активировать энергетический напиток на 7-й миссии. Так, также get bonus abilities by collection the first... то есть бонусные абилки за прохождение 7 первых миссий с сокровищами. Ну, если пройдем, будет круто, но это попозже мы сделаем, так что ладно. Так, что у нас в меню? Cut guide это нам, хотя, в принципе, можно туда тоже зайти, там полезные штуки есть. Насколько я помню, текс. Если вроде заходишь, то получаешь кошачью еду за каждого персонажа, на которого заходишь. Поэтому сейчас быстренько по каждому пройдусь и продолжим с вами проходить локации. Так, все, со всеми разобрались, давайте-ка в апгрейд зайдем, и заодно надо будет, стоп, подождите, не в апгрейд сначала, мы в экипировку зайдем, новых котеек надо, наверное, накинуть. Так, ну, в принципе, можно избавиться пока что от кого, бы я избавился? Можно от кота с топором избавиться, по сути, да? Так, стоп, а как у нас там экипируются коты, что-то я забыл. А, все вспомнил, надо было в холодильник зайти и здесь их заюзать, все ж. Все. Так, да, я хочу разблокировать этого кота. Фига себе, 8000 экспы надо, чтобы его прогрейдить. Так, следующего. Ого, у него массовая атака, судя по всему. Да, я хочу заанлочить его. У него... Блин, да, дайте прочитать мне, что это за коты такие-то. Мне их надо ведь использовать в своей армии, как-никак. Так, у него... то есть массово бьет, как я понимаю. Да, бьет массово. Так, этот, по-моему, у нас дальний кот, да, по одной цели бьет. И дальнобойный, и очень мощный кот, я его помню. Ну, не знаю, использовать его или нет, но вот рыцарь это по-любому будем использовать. Он должен быть очень мощный. Так, бьет он как? У него есть по определенным бьет определенным, скажем так, еще он бьет по одной цели только. Ладно, сейчас будем их собирать. Пока что экспу не будут тратить. Посмотрим, как пойдет с таким набором. Так, стоп, забыл экипировать. Погодите, сейчас экипируем их и пойдем в бой. Ну что, пойдем на Австралию. Блин, единственное, что эти новые коты очень дорогие. Там 650, по-моему, стоит как раз летающий. А рыцарь-кот стоит у нас по итогу 420. Это, блин, офигеть, как много пока что. Ну ладно, подождем. Заработаем еще эти денежек. Надо будет определенно затестить хотя бы рыцаря-кота, потому что у меня его никогда не было. Очень интересно попробовать его, как обычно, когда я начинаю записывать и начинает названивать. Это вот вечная такая проблема моя. Так, интересно, я один такой ютубер, кому вечно названивают, когда он начинает что-то записывать для своих зрителей, или же это я такой прям один особенный реально везучий чувачок такой, а? Как думаете? Мне кажется, что по-любому другим тоже звонят, но вот как-то я этого не замечаю. Блин, мою базу бьют, черт. Ну ладно, пусть бьют, сейчас быстренько поднакопим ребят, плюс лазер у меня появится скоро, с лазером будет попроще, плюс сейчас завалим чуваков, и тогда наконец-то появится танка-код, который мне капец как нужен сейчас, а дальше уже можно будет базу грейдить, когда наберется у нас наша масса. Все, эти ребята сами пока поразбираются, мы пока будем грейдить базу, пока не будет 420 монет. Так, давайте-ка легко отделаемся этого, скинем сразу, продамажим точнее их, чтобы побыстрее было, 300 монет. Блин, надо будет грейды брать на саму базу, а то слишком мало у нас добавляется, этого не хватает. Мне, кстати, да, расстояние пипец маленькое оказывается здесь у нас.
Так, 200 баксов теперь нужно, чтобы сделать следующий грейд. Хочу просто рыцаря этого получить, поэтому буду прям до него сейчас топить, чтобы у нас прям побыстрее, как можно быстрее появился. Правда, потом, блин, 420 надо будет еще и накопить именно. Это ж офигеть. Я надеюсь, что он того стоит. За 150 я, наверное, в скором времени куплю, пока не возьму себе нужные грейды. Уж точно не смогу взять себе такого. Так, все, 400 монет. 420 при этом надо. Не просто 400, а 420. Что... печально довольно, что потому что придется еще один грейд взять, как-никак. Неизбежно придется взять еще один грейд. Так, все, теперь у нас максимум хватает 450 всего, как видите, этот у меня по идее бесполезен, потому что пришлось базу аж до максимума раскачать, чтобы по итогу у нас заработал хотя бы вот этот чувачок. Так, ну сейчас посмотрим, как он будет сражаться. Странно, что мои обычные коты вполне себе справляются с этими ребятами. Я думал, что у них сейчас будет какая-то проблема, но в итоге нет, нормально держится. Так, что у нас? Рыцарь. Все, призываем его. Пошел, давай, красавец, смотрите на него. Какой мужчина. А, просто. Какой котейка. Так, бам. О, вот это урон. Так, это супер юнит для этого времени, он просто нереальный. Просто с одного удара практически всех кладет, никто даже ничего противопоставить не может. Так, может даже еще одного теперь призвать, судя по тому, что у нас происходит. Теперь сколько он будет урона сносить в самой базе? Чисто любопытно. По сотке за удар просто. Офигеть. Это очень жестко. А, из всех котеек пока что он самый мощный. У меня единственное, что вот этого я не могу призвать летающего. Но будет попозже. Единственное, я не знаю, что у него по здоровью. Может, он по здоровью довольно хиленький. Ну, в общем, дамажит он божественно. А, это точно. Ну, сейчас новых рыцарей потихоньку будут их призывать. Сейчас тут наберется концентрация этих рыцарей. Они всех раскидают. Это я... В этом я более чем уверен. Кстати, да, надо других покупать тоже. А то у меня потолок денег. Надо хоть что-то брать. А, все же, а то будет так простаиваться, это не круто. О, все, можно еще 420 накопить. Все, пошел еще один, еще там как вот. Сейчас просто армадная армия пойдет у нас. Гигантская, все. И 3200 экспы. Я, правда, не смотрю, какое задание мне надо было как там выполнить. Я просто идем пока. Там я еще успею добраться до всего остального. Так, ну ладно, ребята, на этом будем заканчивать. Надеюсь, серия была вам интересна. Если также была интересна, не забываем поддерживать лайком. Чем больше лайков, тем больше серии по The Battle Cats выйдет дальше. Боевые коты у нас будут сражаться до последнего. Все дела. Поэтому, ребята, лайк не жалеем. Подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать дальнейшие ролики. А на этом все. Скоро с вами снова увидимся. Всем удачи, всем пока!